ходе рейда в Ярославле полицейскими выявлена спиртосодержащая продукция – лосьон косметический под названием «Боярышник», без товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. В ходе проверки на территории оптово-розничной базы изъято 252 литра спиртосодержащей продукции, разлитой в пластиковой емкости по 250 мл. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил продажи спиртосодержащей продукции. Образцы изъятой продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ОМВД. Также в помещении склада полицейскими выявлена и изъята алкогольная продукция с поддельными специальными федеральными и акцизными марками, в том числе коньячная продукция известных брендов. Всего изъято более 7500 бутылок фальсифицированной продукции. В настоящее время проводится проверка, устанавливается, кому принадлежит данная продукция. Полицейские предупреждают граждан о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей и призывают внимательно подходить к выбору места приобретения алкогольной продукции.